Друзья, приветствую. Павел из Якутии прислал посылку с образцами масла Газпром Нефть премиум GK Япония Корея 530 с допусками SN Ильсак GF5. Вот две баночки. Свежая отработка. Немного пролилось масло. отработки видите, да? Так, сейчас я почищу, подпишу и покажу вам процесс создания эталона и потом сравним с ним отработку. Так, Значит, вот такая спектрограмма у данного масла. Так, сейчас увеличу вам область эстеров. Смотрите, 8 сотых, но область такая полиэстеров. 1744 длина волны. Далее выбираю это масло. Сейчас посмотрим, что намерил прибор. Подкорректирую при необходимости и можно будет проверять сработку. Противоизносных присадок прибор наменил 110%. Нормально. Этот уровень я выставляю как 100%. Далее подкорректирую гликоль в отрицательных значениях, сажу. Вот, выставлю в нули как точки отсчета. И обратите внимание, кислотный 1,56 и щелочное 8,1. Очень правдоподобные цифры. Я оставлю их, даже корректировать не буду. Но когда я монтировал, уже увидел, что сам Газпром заявляет 8,4. Вот. Учитывая разницу гостов, я думаю, что это в принципе нормально. Так, сохранил данные. И можно приступать к проверке отработки. Это у нас Toyota Королла» Румео 8 года. 1,5, 1 NZFE, 110 сил. EGR нету. Стоит металлический катализатор. Пробег почти 277 тысяч километров. Пробег на масле 2,200, 105 мод-часов, средняя скорость 20 километров в час, ну и автомобиль на пропане-бутане. Так, смотрите, противоизносных присадок 89%, гликоль 3 10. тут или антифриз попадает в небольшом количестве, а возможно, что это вот не оригинальные эти баночки неодноразовые, которые были или плохо помыты, или помыты и осталось какой-то там следы моющего средства. Возможно, и такое. Так, нитрование нормальное, окисление. Значит, сажи процента неплохо. И посмотрите, значит, кислотное 1,95 немного выросло. Ну и пробег не такой большой. И 6,4% щелочное. То есть масло отлично э, держится. Могу сказать. До этого я проверял у Павла и масло улетали масла улетали быстрее. Значит, он там манипуляции делал, и катализатор менял, и с фильтрами там. Значит, смотрите, что я подумал. Я подумал, что, возможно, зимой быстрее улетает тепловой зазор. Зимой в Якутии холодно, тепловой зазор больше, больше на прогреве газов прорывается и быстрее окисляется масло. То есть, возможно, вот такая ситуация именно климатические особенности. Сейчас я покажу вам, значит, сравнение вязкости посмотрите отлично по вязкости вопросов нет минимальное разжижение для такой скорости для низкой скорости я, я считаю что отлично я оцениваю его примерно в 10 процентов от максимального да не забывайте пожалуйста отметить видео поставить палец вверх подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик так вы не пропустите уведомления о новых видео ежедневных так и вот смотрите какой прогноз получился шикарный прогноз для эльсака просто супер почти 6900 по километражу и 313 по моточасам то есть в этом автомобиле в этих условиях 300 часов я думаю спокойно не травание 318 ну видите вязкость 1000 моточасов я думаю что павел много что сделал с автомобилем вот он уже не первый раз присылает на тест масла. И я думаю, что это дало свои результаты. Посмотрите, масло для Эльсака супер. Супер, недорогое. Ну, я не знаю, относительно, наверное, недорогое. Отечественное масло и показывает такие шикарные результаты. Да, но тем не менее не забывайте, что здесь все-таки ГБО установлено на автомобиле пропан-бутан. В любом случае это увеличивает срок службы масла. Не так, не так жестко к маслу. Значит, сжиженный газ, чем бензин. Вот, ну и все остальное, в общем-то, как-то вопросов не вызывает, на мой взгляд. Масло отработало хорошо. Ну и вот такие результаты. Благодарю Павла за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.